Сегодня 11 мая 2021 года, и вот установлены почвенные ловушки для отлова полезных насекомых и вредных насекомых. Здесь будут проводиться еженедельные учеты по отлову энтомофагов и их вредителей. Вот установлено 20 штук. И здесь еще сразу же учеты почвенных проб проводятся еженедельно. Тоже на наличие почвенных вредителей и почвенных энтомофагов.